Попасть на мастер-класс к Масао Кавазое для каратиста – большая удача. Сенсей из Японии – признанный мастер и легенда в мире спорта. В карате он достиг такого уровня профессионализма, который не каждому под силу. Уникальная техника Масао вдохновляет многих спортсменов на достижение новых целей и результатов. Он мастер, и мы хотим запомнить каждую детальку из его движения, чтобы все знать, чтобы удары получались хорошие, чтобы довести карате до конца. А ты что хочешь для себя узнать сегодня? Да я хочу узнать правильно, как движется, как правильно стойку делать. Для себя и для своих учеников считаю обязательным участвовать в этих мероприятиях. Мы очень гордимся, что к нам приезжает мастер такого уровня, и что мы можем черпать технику непосредственно у носителя японского карате. Начинающие и опытные спортсмены, инструкторы, представители Одинцовской федерации традиционного карате. Словом, последователи этого вида боевого искусства собрались в спортивном комплексе, чтобы получить ценные знания и усовершенствовать свои навыки. В рамках нашего календаря спортивного мастер Масао Кавазое проводит международный семинар. Он является главным техническим директором Федерации традиционного карате. Сегодня сенсей делает акцент на кумите, технику входа, ухода, постановка ноги, техника кумите. Главный технический инструктор Федерации традиционного карате в России Масао Кавазое приехал в нашу страну с 4-дневным визитом. В свои 72 года легендарный сенсей полон жизненных сил и с удовольствием делится традициями японского боевого искусства. Заниматься спортом необходимо и полезно. Если вы всерьез практикуете карате, это хорошо скажется на состоянии всего организма. Я считаю, что в этом виде спорта можно достичь больших успехов не только в физическом плане, но и в духовном. В этот же день Масао Кавазое принял у спортсменов экзамен. Обладателями черных поясов стали 18 каратистов. Напоследок сенсей напомнил спортсменам, что карате – это не просто умение вести поединок, но и определенный образ жизни, духовное состояние и соблюдение моральных принципов. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».